Маленькая смерть и смерть навсегда — совершенно разные вещи. Смертельно не считается, нам это пока не грозит. Я говорю только о гибели духа. Если жизнь исчезает и все превращается в серость без радости, сильных эмоций, без впечатлений и великих свершений, значит, каюк. Это признак того, что надвигается смерть навсегда, после которой дух уже никогда не поднимется и нигде не откроет новую жизнь, потому что он перестанет чувствовать свет. А рывок в соседний предел совершается только силой цвета. Оплата за взлет — смерть того промежутка, из которого он стартовал. Это маленькая смерть, не страшная, но тяжелая. Теперь ты понял, в чем различие маленькой смерти и смерти навсегда. А ты не разговорчив, бродяга. Это хорошо, потому что госпожа хочет поверить тебе свою тайну. Я передам ей, что ты готов. Thank you.
Сердце опустело, свет испаряет. Следи за собой. Сердце опустело. Следи за собой. Не холодно, ты теряешь ростки.